Может, это с этой школы? 17. Все, пацан. Больше по школам не купуй. О, братан! Привет! Как дела? Пойдем дежурить? Нормально, выдвигайся. Нормально. Эй, улыбал добрый. Я не понял. Джуни балан, джер барма. Сене, монча нам дал сам? Мен бауырымда турнир қош. Төбелі сейк, ақшы сейк. Эй, бауырым, сколько ему лет? 35, 36? Сен түсінесің ба? Біз Голливудқа барамыз. Онда бір программа бар екен. Мы там всех барбем просто. А, я тут при чем? Эй, кореша, не ол саған? Я она аян жесчестен, адам сын ба? Матын шо наступаешь? В смысле? Я знаю, я же случайно наступил. Иди сюда. Иди сюда, подойди сюда. Чё ты? Чё ты хочешь? Чё ты думаешь, я права не знаю, что ли? Если знаешь, почему наступаешь? Я же тебе сказал, я не специально наступил. Я вот встал не специально. Ты сказал, я убрал. Ты прекрасно знаешь, что наступаешь. А я знаю нельзя. Правила, я знаю. Я не специально наступил. Что, щегол, по-твоему, что ли? Дерет, хочешь? И ты же меня знаешь, я турики, что ты понтуешься? Алкич мой был. Вежливый, вежливый. Да я вежливый, я тебя грубил, что ли? Я тебе просто сказал, я специально не наступал. Я вот встал и все. В обувь нельзя. Ну, ты что думаешь, я ж пана, я такой наступает. Же спортсмен. Я, то есть, любого опрокину, если надо. Сколько лет занимался здесь драйл, у тебя вообще маты неправильно лежат.
Я тебе сколько лет? 35, 36? Да сколько надо, сколько надо. Любого того щекла сейчас сломаю. Я тебе говорю, я не специально ступил. Что ты за эту тему поднимаешь? Ладно, Джерайд. Алкыч, все, разговор окончен. Джерайд, давай, уходи. Ладно, я хуй ты сам в обуви ходишь? Ты что? Опять начинаешь, а? Нет, что ты на меня наезжаешь, сам в обуви ходишь? Уходи по-хорошему, а? А что, что будет? Чё пи***ков натравишь своих? Ты за кого принимаешь меня? Да постой, Сергей, дай бой. Ты же меня знаешь. Ты же знаешь, я нормально дерусь. Я же почти чемпионом стал. Просто слить надо было. По-любому вот этих всех щеблов. Давай. И по-любому один бой сливать надо. Меня возьми. Пожалуйста. Реке, я же тебе зал спалю. Ничего мне не сделаешь. Возьми на бой. Дешевле будет. В общем, отдай. Завтра вечером на поединок. Не опаздывай. Да, понял. Точно придешь? Да не сы, приду я. Готов ты? Я готов. Ну все. Алмаз, приди сюда. Вот. Так, завтра будем. Ладно, давай. Маленькая помада. Эдик, а чё так мало журналистов? Ну, выходной, утро. Собрал кого смог. Не сгонять же. В общем, стоите молча. Делаете вид, что вы журналисты. Хорошо? Пойдемте. Рафаэль, извините, можно вам вопрос задать? Скажите, пожалуйста, как вам кажется, вы такой известный боец, но при этом у вас нет ни одного международного титула? Следующий вопрос. А, ну, вам все-таки не кажется, что ваш турнир слишком местечковый, мелкий для вас? Извините, мы ответим позже на все вопросы. Мы просто торопимся. Спасибо. Чтобы этой журналистки больше не было. И
И что дает нам этот турнир? Одни затраты. Мы вкладываем деньги. Ни рекламы, ни зрителей. Турнир нам нужен, чтобы мы получили пояс АФФ. Подробнее. Ну, смотрите, чтобы Рафаэль вышел на международный уровень, он должен стать абсолютным чемпионом регионального турнира. Продолжай. Ну, сейчас у нас нет такого турнира, и нам надо его создать. Буквально на месяц, разовый. И, получается, позовем экс-чемпионов, и Рафаэль однозначно их выиграет и выйдет на международный уровень. Сейчас вы вложите всего 2 миллиона, а потом будете зарабатывать десятки. Это же логично. И это будут показывать по телевизору? Конечно. Не, мне это нравится, турнир это хорошо. А Рафаэль точно победит? Конечно. Я абсолютно уверена. Уверена? Да. А, кстати, Рафаэль, мой сын тоже это самое, спортсмен. Он ваш поклонник. Дадите ему автограф. Танцуй. Танцуй. Добрый день. Вам что-то помочь? Пошел. У нас кофеварка сломалась. Ну, не сломалась. Там, короче, пружина взлетела. И кофе, когда наливаешь, накипь, что ли, появляется. Я, в общем, и так кручиваю. Не знаю. Наверное, надо мастер, да, вызывать. Что это такое? Это карта желаний. Аида, давай не будем разводиться пока. Нет,
Подожди, ну... Мне же для пособия нужно. Не. Я, короче, на турнир записался. На призовой фонд 50 тысяч. Прикольно. То есть меня взяли на турнир. Классно. Вчера вообще кофе какой-то невкусный. Что ты с ним, да? С кем? Аида, не зли меня, пожалуйста, что с ним или нет. Ты про кого говоришь? Ладно, ты мне ничего не должна, скажи, если да или нет, не знаю, просто правду скажи. Чтоб ты мне нос опять сломал? Значит... Понятно, значит, да? Ну что я тебе нос буду ломать? Если ты с ним не ***ешь, зачем тебе нос ломать? Правильно? Ты же сама сказала. Я просто сказала. Я тебя спросил, ты ***ешь, ты говоришь, что ты мне нос опять сломаешь. Значит, есть что ломать, правильно? Нормально, ну что ты, я прошу, просто скажи, ответь, ***ешь или нет. Молодой человек, вы можете... ***ка, заткнись, а. Сядь. Что, нравится тебе, да? Кто? Что, он красивый, да? Он же урод, ты что, не видишь, что ли? Или что, он богатый? Богатый? По-любому богатый, да, это же его кафешка, да? Ответь просто на вопрос и все. Да или нет? Аида, сейчас здесь все разнесу. Просто признайся, что ты с ним ***лась. Я не ***лась. Признайся. Я с ней я не ***лась. Я женат. Слышишь? Блин, может кто воды принесет, а, человек? Стакан разбился. Пишите зарплаты, да? Стакан. Сколько? 2000 хватит, я думаю.
Гопник, иди открой свою мамашу, она целый день стену ломится. Ты за хату думаешь рассчитываться? В мой туалет не ходи. Пришел Дильдобек. Не, Дильдобек, я Акбай. Что случилось? Слышь, включи свет, я завтра заплачу. Что такое? Упала. Чего упала? Я тебе сказал, лежи на кровати. Ну что это такое? Высохло уже все, блин. Давай. Ладно, я пойду. Да нет, подожди, подожди, слышь? Да что ты тут только пришли? Чуть посиди полчаса. Ты же сказала полчаса. А заходи, не стесняйся, что ты, садись. Ты садись, я сейчас, ты на нее внимания не обращай, она вообще не соображает. Давай телек посмотрим, да? Как чемпионский титул? Выиграл? Я проиграл, но 10 лет назад еще. А, блин, света же нету. Блин. Да я вообще телек не смотрю на самом деле. Да, пообщаюсь просто. Че ты без настроя? Нормально все? Да, нормально. Планы есть у тебя какие-то? Нет. Еще план же должен быть. Думаю, пока. Швеей не хочешь быть? Нет. Что, не очень, да? Да. Хочешь жвачку? Давай. Че так скромно живешь? Нормально живи. Так, можешь чавкать? Так. Шарики умеешь надавать? Нет. Кофе любишь? Нет. Я тоже. Кофе для пи***ов. Кофе бывает вкусный, бывает невкусный. То так, то так. Нравишься? В каком смысле? В прямом. Ну, если нравлюсь, скажи. Если не нравлюсь, скажи, не нравлюсь. Что, я же тебя просто спросил.
любишь? Ладно, валяй отсюда. Давай, 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 валяй отсюда. Сюда, пошла отсюда. Давай, 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 быстрее, валяй отсюда. Дверь закрой. Атпай, сен соңғы рет қашан төбелестің? Я же каждый день дерусь, ты же знаешь. Жоқ. Рингте. Профессиональный боец тірме. Степной кугуар. Бешеный скунс. Скунс везде борьбой вообще? Чего? Было опасное животное. Или контуженный скунс? Какой контуженный? Дерзкий, дерзкий скунс. Бабабек. Контуженный скунс. И какой скунс? Завязывайте, блин. Отбай просто, скажи. Как? Отбай? Отбай. Лошадь, лошадь, борьбой. Отбай. Конь, конь. Все, отбай. Да. А форма у вас есть? Есть. Этот, в сумке. Достань. Да. Вот она, наша форма. Это же рабочая форма. Ну да, это рабочая форма. Мы в ней ходим и на работу, и с работы. Это наш имидж. Уважаемые телезрители, если вы только что присоединились к нам, боец, который прошел четвертьфинал, получил, к сожалению, травму, на его замену выходит Атбай. Что за Атбай? Да, Атбай, это очень странная кликуха для бойца. Это же конь богача, богатый конь, отбой. Что? И вообще я... В смысле, кто конь? Что, меня конь вызвался? Ты комментатор или кто? Ты что базаришь? А? В смысле? Что ты делаешь? Блин, на тебя поговорю, на землю. Нормально, 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 нормально. Иди сюда. Сюда, дай его. Уважаемые телезрители, наконец-то мой коллега вернулся на свое рабочее место, и мы теперь можем продолжать нашу трансляцию. Эй, бойцы ушли на арену. Кто гопник, а? Заслуженный тренер Казахстана, всем кем себе? Мы с культурными адамдарами сделали, я в тумбе. Очень. Рефери представляет бойцов. Правила. Затылок, пах, не бить. Товарищи, правила знаю. За сетка не хвататься. Строго слушать мою команду, поняли? Что ты мне объясняешь? Ударить спектр кевин. Удачи, брат, удачи. Готов? Готов? Бой! Уважаемые телезрители, у нас определился первый полуфиналист нашего турнира. И это
отвечаю, это ее тачка. Откуда ты знаешь? Да я знаю, здесь всю ночь стоит. Откуда у нее бабки? По-любому он ее купил. По-любому. Точно? Короче, давай ты это, шины проколи, а? Пацаны, на шухере постойте, я пойду внутрь. Сверим часы? Точно нашел мой штаны? Перестань, пожалуйста. Чего, Аида? Чего, думала, я не узнаю? Кто тебе за новую квартиру платит? Это временно, я верну потом все. Угу. Из чего ты вернешь? Заработаю и верну. Как ты зарабатывать собралась? Расскажи, у тебя план есть какой-то? Ты тупой башкой думаешь хотя бы чуть-чуть? А давай, завтра я тебе даю развод, что ты делаешь? Я... Говори, Аида! Я учусь на швею, через месяц получу сертификат. Устроюсь в ателье, буду работать там днем, ночью буду работать здесь. Сколько там получает в ателье? Не знаю. А за квартиру сколько платишь? 100. Угу. Хочешь, я расскажу, как будет на самом деле? Бесплатно. Как тебя зовут? Блин. Как? Марлен. Короче, вот ты к нему приходишь, говоришь. Марлен! Дайте мне 100 тысяч. Меня с ребенком выселяют. Он тебе дает? Конечно, да, бери. Там через месяц ты приходишь и говоришь, блин, мне опять не хватает, дайте мне еще денег. Что-то, блин, что-то мой план не работает, что-то швея не зарабатывает много. Он тебе говорит, все, я, конечно, дам, но приходи ко мне вечером. Потом к другому пойдешь. Там через год, ты знаешь, где будешь? Ты на панели будешь. Обычная х**ка. Знаешь, ты будешь... Тупая, ты не понимаешь. Я не тупая, понятно тебе? Я буду швеей работать днем, вечером здесь буду работать. Я кофе вкусно варю. Вкуснее всех тут. Самый вкусный. Ты даже не попробовала. Я смогу. Я не проститутка.
Сочи я выиграю турнир. Там приз 50 штук баксов. Я покупаю нам квартиру. Потом у меня дела пойдут в гору. Дальше будут бои, я буду зарабатывать. Ты со мной? Точно. Правда? Да. Я реально думаю, иногда. Сенің мұна жиенің сондай қатты іштеңе өлдірген жоқ жіберді. Я қойшай білен. Шаршат жібердім уже. Я қанышып болды ғой білен. Ты меня достал уже. Достал. По полной достал. Я уже вот так от тебя. Постоянно вытаскивать тебя. Че ты меня отмазывал? Ты меня не отмазывал никогда. Ах, я тебя не вытаскивал, да? Вообще не вытаскивал никогда. А когда ты Анашой банчил? Когда тебя привели, думаешь, ты просто так сам за красивые глазки тебя вытащили отсюда? Сам выпорхнул, да, отсюда, да? Как птичка. А когда ты базары грабил у бабок, бабка просто сидит, торгует, ты подошел, наглую забрал, сказал, я, Рашида, племянник. Не было, что ли, этого? Хорошо, хорошо. А с тренером? С тренером, со своим любимым тренером, как ты поступил? Да ты гад! Кто ты после этого? Ты... Не было такого. Ах, не было такого. Хорошо. Я подниму сейчас архивы все. И прилюдно здесь покажу, как ты заявление писал на него. Как ты бабки скрысил. Там все доказано. Ну да, было, даже если было. Даже если было, что ты меня посадишь? Я ничего не сделаю. Просто с тобой сделают все, кто на тебя зуб точит, кто прям кайфует, прям спит и видит, как он тебя ставит и делает. Понял, да? Понял, да? Вот я тут умываю руки. Лошадь, братан, маңыздарш, қолын тарты. Сен кімсің? Сен кімсің? Жоқ, базар жоқ. Мен ешкім істеп жүрсің сен бұл жерде? Мен білмеймін, істеп жүрген. Мен саған бұл жерде ешкім емес. Мен оған да ешкім емес. Таза мал ғой бұл, адам емес бұл. Десің жаты жоқ. Топасол, мақұлық, мәшін, мал. Елбасы, мынадан көретін болдық қой. Братан, сен мені түсінші. 18 адамдарды түрмеге жіберу керек. Мен де ұмытқан жоқ. Базар сөз жоқ. Сен жақсы жігіт. Талантта. Егер етсен соның орнына мен жатқыш 14 күн. Жатам. 20 күн жатайын. Бір рет турнирге шықсыншы. Соңғы шанс айтпай көшеде бұйрық болады. Ошы ұлтса нормальный спортсмен болады. Мамаш үшін. Әйелімен қосылады.
Значит, Терек, хаюш. Саиновна? Да. Я решила завести ребенка. Правильно. Да. Хочется о ком-то заботиться, любовь свою дарить. Ну, все-таки уже и возраст подошел. И думаю, вы мне в этом поможете. Я хочу мальчика. Алия, чтобы установить ребенка, нам нужно куча документов. Взять документы с СОНа. Да, я понимаю. С ЗАГСа пока. Стоять в очереди. А, я, кстати, знаете, вчера же на фабрике была и спонсора встретила, в которой, помните, помогли в прошлом году. Вот на этот год бюджет формируют. И думаю, что я могу вам помочь. Кстати, если не ошибаюсь, они, по-моему, в два раза больше собираются. Знаешь, Алия, думаю, в этом нет проблемы установить ребенка. Я тебе помогу сделать документы. А какого возраста надо? Младшего или старше 10 лет? Нет, младше нельзя, я же работаю. Давайте где-то 11. У меня есть такой ребенок. Его Булатик зовут. Супер, давайте. Приведите Булатика. Булатик, знакомься. Это тетя Алия, а это Булатик. Молодые люди, прошу прощения. У меня приказ не допускать вас сюда. Ну как смысл? Вам нельзя здесь находиться. Кто такой? Я охранник. Где охранник сейчас? Я должен проводить вас на улице. Кто тебе сказал? Что за приказ? Начальство позвонил и сказал не допускать вас.
Ой, ағасы, сенде бізге наежі сап тұрсың ба? Жоқ, наежі сап тұрған жоқ, мен жұмысым істеп отыр. Маған кіргізбезді, оны мен далаға шығартауым керек. Сен түсінші, мына мастер спорта заслуженный. Это что, думаешь, он бомжи, что ли? Профессиональные спортсмены? Нет, это не ко мне вопрос. Это вопрос. Что, думаешь, у нас бабок нету, что ли, купить? Это вопрос начальству. Бег, покажи бабки. Че, у нас... И бабки покажи. Че, барбой, карточка? На селе обшарный мест. На селе кругом омойте. Не, а что мы нарушим? Не знаю. Что мы нарушим? А? Это не что ко мне вопрос. Че ты вон его не тормозишь? Вон его, что не тормозишь? Что ты нас тормозишь? Это вопрос начальству. Нет, чем пожалуйста. Он лучше, чем я, чем мы все? Че мы здесь? Не знаю, это к начальству вопрос, не ко мне. А что ты своей головой не думаешь, что ли? Терет, терет. Что ты своей головой не думаешь? Терет. Чахаешь бастанет? Бастую зим таулану. Илан, Илан, как тебя зовут? Хайрат. Хайрат? Хайрат, тебе претензий нет, ты приказ же выполняешь, да? Да. Да? Ты же против нас ничего не имеешь лично? Против вас ничего не имею. Ведь тоже против тебя лично ничего не имею. Ну, я вас должен проводить на улице. Все, базара нет. Просто давай ты позови своего главного, я ему еще обосную конкретно. Ну, это вы сами идите, находите гляну. А, пойдем, что ли, объясню сейчас. Пойдем, пойдем. Стоп, бойцы, по углам. По углам, бойцы. Это не работает. Рейтингам это не помогает. Поэтому этот бой заверши нокаутом. Сделай это. Просто сделай.
Сегодня здесь на этой выставке присутствует легендарный боец Рафаэль Балтиев. И сейчас мы поинтересуемся, что он думает по этому поводу. Рафаэль, простите, можно вас на пару фраз? Рафаэль, мы знаем вас как легендарного бойца, который поражает всех своих соперников на ринге. Но мало кто знает, что вы также являетесь и знатоком истории мировой живописи. Скажите, пожалуйста, что вы думаете по поводу данного творения? Иисус во время бури. Делакруа отобразил знаменитый эпизод из притчи. Иисус безмятежен, вокруг буря, все суетятся. Простите, можно еще раз? Давайте. Все суетятся. Только он понимает, что нет смысла в суете. Потому что он все равно победит. А что так долго пи***ские картины обсуждать? Рафаэль, салам. А что ты правду не говоришь? Картины для пи***ков. Ты же нормальный пацан, вроде. Пойдем поговорим. Пойдем, пойдем. Жирный, запиши на видео, с чего я был без оружия. Жирного на хазы, короче. Это романтизм, правильно? Романтизм. Ну, у тебя в том зале висит бейкон, правильно? Ну. Романтизм с неоэкспрессионизмом – это вещи совсем несопоставимые. Ты зачем дуришь народ-то? Вы мне извините, господин товарищ, но я за это не отвечаю. Кто ты такой? Иди на... Салам, что ли? Салам, бабалам. Адбай вроде, да? Адбай. Галам. Галамжан. Ты же Фуэль. Ты. Я тоже так думаю. Да. А что такое имя выбрал? Это не я. Это контракт такой. Короче, нормальный пацан, значит, не пи***, да? Да, ты смешной. Давай по чесноку. Давай. Ты, наверное, слышал за коленом. Да, я видел. Что, у тебя протрузия? Ну, я бы вообще не уходил на бой. Да я бы тоже. Только долги надо возвращать. Ты ж богатый. Не поверишь. Все, что на мне все в долг. Даже трусы. Я это... Мамку в Германии лечу. Там каждый день столько бабок стоит. Не дай бог, хоть один день не заплачу. Сам понимаешь. Бывает, бывает. Мне тоже жить надо. Так что ты извини, я тебя сломаю в финале, и все. Даже если сломаешь. Победу тебе не дадут. Че, уверен-то? Сколько раз ты побеждал, победу давали другому. Ну, вспомни. Сколько раз тебя заслуживал? Сколько раз... Ну ладно, это не важно. Почему, не знаешь? Да судя по... Нет. Хотя, да. Но не всегда. Да потому что у кого-то есть волосы, а у кого-то нет. В смысле? Я шампунь рекламирую. Из этого хорошо отчехляю. А что ты рекламируешь? У тебя есть крыша? Нет. Смотри, я за тебя мазу кину, Алия. Найдем что-нибудь. Это не западло проиграть. Я сам так начинал. И что, ты со всеми так договариваешься? Гал. Подходи.
же искусство. Вот искусство! Стоп, стоп. Че ты? Че смотришь? Че смотришь? Че ты в искусстве разбираешься? Мне кажется, здесь главная буря. Не думали про это? Потому что если бы не буря, это просто толпа бородатых мужиков. А так понятно, кто обосрался, а кто Иисус. Че рахуя, смотришь? Это для тебя буря. Для меня это обычный день. Что ты знаешь? Ничего не знать. Ничего не знать. Вот оно искусство. Алло. Слушай. Мама умерла. Алло. Понял, понял. Понял, мама умерла, понял. Умерла, понял, говорю. Мама умерла. И чё? А чё? Умерла, и чё? Человек. У тебя вот мать умерла, люди приходят, соболезнуют, плачут, рыдают. Ты даже слезинки не проронил. Да какие сидишь, слезинки? Сидит, жрет, блин. Бессовестный. Откуда ты такой выродок? Вот я вот пытаюсь понять твою природу, да, сущность. Таких, как ты в КПЗ у меня, каждый второй, да? Я смотрю их досье, да, наблюдаю, как он таким стал. И у всех нахожу объяснение. Потому что у него отчим там насиловал, там отец бухал, там вечно не хватало чего-то. А ты вообще, как ты таким стал? Чудовищем, безжалостным, бесхребетным, бездушным.
Ты вот в этом клоповнике живешь, с этими бомжами вот якшаешься. Вечно я тебя вот куда-то тяну, устраиваю, хочу, чтобы ты в люди выбился. Вечно тебя гонят, ты какой-то изгой, ты какой-то генетический мусор, я не знаю, ошибка природы. Вот именно, носитесь, вы ему всю жизнь лизали, бегали перед ним. Ой, тварь неблагодарная. Человек уже давно за 30 ходит со школьниками, дерет, спортсмен называется. Правильно от него жена ушла? Правильно. Я бы тоже от такого ушла. И видела я ее. С богатыми хахалями. Что, он же не может же своего ребенка обеспечить. Говори ему, не говори. Пошел дальше с дружками бухать. Дебилоид. Отпай, сопротивись ее, ёптоки. Понял? Базарь. Слышишь, рефери, ты активен, не видишь, что ли? Я очень активен, это мой план. Сейчас я это основное, потом тебя основное.
Кет. Сен не істеп я? Октагондан. Тек таунды өткізбе, тау. Твой мать. Ақша ғой, $20,000. Надо за это. Давай, давай, давай. Красавчик. Алло, да-да. Угу. Да, 3 билета. Обратно можно уже... Да на следующий день сразу вечером. Учи, пожалуйста, текст, они уже едут. Хорошо. Нет, это не нужен. Нет-нет, все нормально. Проиграю? Зачем ты сказала, что я проиграю? Извините, я вам перезвоню, хорошо? В смысле, я не говорила. Ты сказала, что я проиграю. Ну, даже если ты и проиграешь, что такого? По очкам ты все равно выигрываешь, я уже договорилась давным-давно обо всем. Почему не Отбай? Почему ты не работаешь с Отбаем? Потому что он неконтролируемый? Или потому что я послушный? Рафаэль, пожалуйста, но только не сейчас. То есть ты не отрицаешь, что я непослушный или послушный? Я послушный. Как кто? Как собака? Классное имя для собаки. Рафаэль, ко мне. Или потому, что все на себя переписала? А? А потом ты мне сольешь? Ты же с**ка, Алия. Ты все знала заранее. Вот, ты же дерешься на ринге? У вас там есть правила. А в моем мире правил нет. Если я оступлюсь, меня уничтожат. Ты знаешь, через что я прохожу, чтобы организовать тебе все эти турниры? Чтоб ты дрался. Хоть и весь покалеченный. Ты ничего не понимаешь. И поэтому ты будешь послушным. Потому что я так хочу. Потому что только я что-то для тебя делаю. Это бизнес. Ничего личного. А то, что ты у меня встал, это тоже ничего личного? А, Алия? Нет, нет, я послушный. Я послушный. Только
Он неконтролируемый. Учи текст. Они уже едут. Алия. Невероятная сила природы. Натуральные ингредиенты. Даже панда бы попробовал. Да? Алия, а выход в ту сторону? Ты знаешь, а я тебя все равно... Хватит, все, соберись. Беспрецедентный случай. Панда не долью. Из-за допингов я не помню, когда он последний раз вставал. Вальцман был прав. Когда-нибудь это произойдет и... Кстати, Вальцман. Жалко, он этого не видит. Снимай платье. Сейчас панда это сделает. Алло, вы приехали? Да, я сейчас вас встречу. Угу. Все будет хорошо. Ты победишь. Вот увидишь. Алия, они оба хорошие бойцы. Завтра выиграет не Рафаэль, а Айтбай. Тебе разве не все равно, кто выиграет? Айтбай выиграет, так ты его же потянешь, правильно? Ну да, конечно. Айтбай или Айт... Как? Айтбай. У тебя, кстати, есть менеджер? Нет менеджера. Ай да с**кин сын. Айтбай, я же твой менеджер. Сен не? Өзіңнің родной братын саттың ба не? Уведерите его отсюда. Ёлки, Айтбай. Я серьезно, ма? Сонда не договорды бұзамыз ба не? Контрактына? Я керек болса, мен саған ақшаңның бәрін қайтарып берейін. Давай возвращай, что ты тогда. Сейчас, давай бабки.
Чины мало, елки. А, Рафаэль, если ты завтра выиграешь бой, когда ты сможешь быть готов к турниру? Тренировкам я могу приступить. Рафаэль, это что, твой снимок? Это твой снимок. Ты его сам хоть видел? Не могу дать я тебе разрешение. Не могу. У меня проблемы у самого будут. Если я тебе подпишу, все. Меня и так комитет пасет. Вальцман, мне нужен этот бой. Да у тебя коленная чашка сыпется частями. Я попаду завтра, я не хочу свою карьеру портить. Алло. Да? Вальцман? Да, ну я же вам говорил. Через сколько соревнования? Ну какой месяц? Через 3 недели выветрится, ни одна комиссия не прочухает. Вы меня послушайте, я гарантирую. Давай, пока. Рафаэль, ты зачем это взял? Ты зачем это взял? Что ты хватаешь все подряд? Рафаэль. Ты меня слышишь, Рафаэль? Вальцман, ты дурак. Надо же ли вколоть? Если через минуту не отпустит. Рафаэль. Вальцман, я не хочу просыпаться. Говори. Я не хочу открывать глаза. Так, давай. Говори. Я не хочу жить в мире, где никто никого не любит. Молодец, давай. Рафаэль. Я вижу сны. Дурак. Где я гладиатор? Приехали. Я стою посреди зала. Говори. Давай. Как все просто у них. Рафаэль. Если ты выиграл, ты выиграл. Если проиграл, ты мертв. И не надо ничего рекламировать. Давай, говори. Там нет никого. Там нет этой с**ки аллеи. Там нет тебя, Вальцман. Я вижу богов. Я вижу себя. Я могу до себя дотронуться. Говори. Ты не Асклепий.
Конечно, не Асклепий. Вальцман. Дай мне умереть, Вальцман. Дай мне умереть. Рафаэль? Рафаэль? Вальцман, ты бумаги подпишешь? Иди. Алюшка, привет. Привет. Это кто, кстати? Сын. Неожиданно. Не знал, что у тебя есть сын. Ну, держи, что ли, сын. Как дела? Ну, так. Ты можешь это как-то объяснить, Эдик? Ой, ну, в общем, тут такое дело. Не волнуйся, все объясню сейчас. Телефон. Ой, извини. У меня сеанс танцетерапии. Доктор прописал, каждый час надо. Строго по графику. Поэтому я, с твоего позволения, немного станцую, а заодно все объясню. Алиюша! Ты должна понять, я ли тебя люблю, но нужно выживать. Появился дядя, ему нужен твой бюджет, ему нужен твой турнир, так что уж ты меня прости. Допустим, что сегодня нужно писать, что Рафаэль хороший. Рафаэль хороший. Рафаэль хороший. А завтра мы пишем, что? Рафаэль плохой. Согласен. Или наоборот, сегодня надо писать, что Рафаэль плохой, а завтра мы пишем, что? Рафаэль хороший. Рафаэль хороший. Алюш, пойми. Мы журналисты, мы люди независимые, понимаешь? Кто нам больше заплатит, от того мы будем больше независимы. Сама понимаешь, что бизнес ничего личного. Но я очень хочу, пойми, чтобы между нами не было никаких недоразумений. Я очень тебя люблю, ты мне по-прежнему близкий человек. Но пойми, допустим, что нам сегодня нужно писать, что Рафаэль хороший.
что пришел? Ну, я подумала, что тебе плохо. Кому плохо? Мне плохо? Никогда никого не жалей. Понял? Илюша. Вот как нужен стал, сразу пришла. А был не нужен, даже не заходила. Это же у нас так поднялась. Ага. Люди маленькие. А что пришла-то? Ну ладно, я помогу. Что у тебя? Пиар-директор перебежал конкуренту. И боец один мешает. Нашел хозяина, звони давай. Проблем много, шума. Может, долю от прибыли? 50/50. Хорошо? Ну и хорошо. Только можно это побыстрее сделать, пожалуйста? Там времени совсем нет. День-два. Хорошо выглядишь. Спасибо. Вы тоже. Как дома? Хорошо. Мама отдыхать поехала, все отлично. Вы как дети? Да, нормально. Когда замуж ты выйдешь? Ой, не знаю. Пока вся в работе. Ты звони, звони давай. Мы с тобой еще не закончили. Хочу на свадьбу тебя погулять уже. Ну, дай бог, погуляем. Бодрее, ребят, бодрее. Вы понимаете, что это очень важный человек? Он думает о спорте, о турнире. А вас, в конце концов,
теперь быстро снимаем куртки. Давай, давай помогу. Им же холодно. Ты дома тоже встречаешь гостей в куртке? Быстро снимаем. Давай. И улыбаемся, улыбаемся, ребят. Бодрее, бодрее. И плакат, плакат, плакат. Чё? Опять криво. Давай сюда, да, да. Я не буду. Не переношу вид крови. Может, вам кофе налить? Свежий, вкуснее, чем вчера. Хотите? А давайте я этот попробую. Ладно. Только он остыл немного. Ну как? Очень вкусно. Только мне кофе нельзя. Давление. А у вас это что? Ударились? А это от бая он это. Ну так, не в духе был. Мой муж. Ну, бывший муж. Мы в разводе сейчас. Но мы не спим. Интересно. А это можно на ты? Да. А зачем ты это терпишь? Дети есть? Есть. Дочка. Классно. Рабиюшка зовут. А сколько ей лет? 3 года. Здорово. Но мы уже паровоз говорим. Паровоз? Да, представляете? Ну, обычно дети говорят «мама» или «папа», а у нее первое слово было «паровоз». Правда, она «р» не выговаривала, она говорила «половоз» или сейчас «половоз», «половоз», «полову», сейчас «половоз». Прикольно. А у меня, кстати, тоже сын. О, не похож на вас? Угу. На бывшего мужа похож. Бывшего? Тоже любил это дело. Один раз даже сотрясение было. Первой степени, да? Да, по-моему, не помню давно. Прикольно, у меня тоже было сотрясение первой степени. Ну, правда, 1/2 года поболела, а потом прошло нормально. Сейчас не болит. Подпиши эту бумагу. И мы от бая закроем сегодня же. Мой боец выиграет турнир, а ты получишь деньги. Может, после турнира подпишу? А можно откровенно? Давайте. На этом турнире мой боец Рафаэль. Да, я знаю его. Адбай рассказывал. Да, кажется? Нет. Я не знаю, как объяснить. Сложно. Ну... У меня есть чувство к нему. И он очень хочет победить. Но
Адбай тоже хочет победить. Может, вам новый кофе налить? Без кофеина есть? Нет, спасибо. Я уже поеду. Ой, извините. Салам пополам. Привет. Опять эти гопники здесь собрали. Че пропали? Да на нас с Бабабеком дело завели. Че? На тебя тоже хотят завести. За что? За магазин. Да на вас на всех надо дело завести. Че это? Когда было? Ну, раскопали, блин. Такая фигня. Рашида тоже нет. Че Дильдабек говорит? А ты не знаешь, что Дильдабек умер? Да сдох он, сдох. Отравился он, водка паленая, такая фигня. Когда? Ну, вчера, блин, елки. Набухался. А этот? Такая фигня. Так, вчера, да? Бабки мне не оставлял? Какие бабки ты, человек? Валить тебе надо, короче, ты, когда бой закончится, сразу свали. За тобой охотятся менты, блин. Да нормально, нормально. Я тоже свалю завтра. Ты куда? Все. Новосибирск валю. С роднёй. Ты вот забери вот эти вот сапоги Дильдабека. Ты херани. Мне тоже они не нужны. Забери, забери. Пригодятся, брат. Ладно, все, давай, пока. Нет, надо собираться, давай, брат. Держись. Давай. Удачи, брат. Ну и что? Один остав. Слышь, ты наверху что думаешь, все знаешь? Что, осуждаешь меня? Думаешь, я конченый? Да, я конченый. Зато когда я дерусь, я живой. Я себя уважаю. Я сам себя уважаю, понял? Когда я дерусь. И мне не больно. Понял? Я их всех сделаю. Развел, подпиши документы. Это с турнира. Если выиграю, бабки тебе выпадут. Проверь номер карточки.
Короче, ты же здесь работаешь, я же знаю, каждый день хожу тут. Я вот так буду приходить. Какую-то надежду чувствую. А я не хочу. Я вообще не хочу ничего чувствовать. Ты сваливай. Пожалуйста, свали просто и ничего не говори, номер, адрес не оставляй. Я потом приду, и тут тебя не будет уже. И мне так хорошо будет. И тебе так хорошо будет. Потому что я, если тебя найду, я тебя убью или кого-нибудь убью. Вот, все. В детстве. В детстве меня мама в садик когда отводила, я постоянно злилась, не хотела идти туда. Я ненавидела эти макароны в молочном супе. Я не знала никого там. Я говорила: мам, я не хочу здесь оставаться. Я ж тут никого не знаю. А мама мне говорила: доча, ты сходи за той книжкой. Книжка о Золушке. А потом с тобой домой вместе пойдем. Я бежала за этой книжкой, радостная, что мы домой пойдем, что мне не нужно будет оставаться. Возвращалась, а ее нет. И так каждый раз. Отцы готовы? Бой!
Твой чемпионский титул выиграл? Адбай, это я. Открой дверь. Адбай. Открой дверь, это я. Адбай. Открывай. Открывай, открывай, открывай. Нельзя открывать. Нельзя открывать. Давай. Лицо свое не опускай. Я понимаю защиту, но публика смотрит. Ей нужно видеть твое лицо. И это время танцевать. Давай, вставай. Ты знаешь, я немного с***ался. Встал и пошел, этот танец проплачен. Вставай, вставай, давай, живо. Thank you.
любой угол. Уважаемые зрители, мы вынуждены прервать бой на 2 минуты. Просим извинения за неповоротливость. Ты же сдох. Да, я действительно умер. Пахнули сыгрыт. Врач не то подписал. Клиническая смерть. Что мне делать? Дефект. Что я сделал? Что я сделал, а? Я опять проиграю, да? Что я наделал? А? Что мне теперь делать? Что мне? Я все проиграл. Все проиграл. Что мне делать? Тюбились? Син тюбились, ты мозга не сделался? Тюбились. Пару поединков
продержится на европейском турнире за счет обезболивающих. Ну, а потом все, коленка рассыпется. Чемпион. Молодец. Технически ты, конечно, проиграл, но у Адбая дисквалификация. Так что поздравляю. Победа за нами. Ну и, конечно, танец. Не затягивай, люди ждут. Мариза Кусаиновна. Да, Кусаиновна. Фу. Вы знаете, я решила вернуть Булат. Ну, не получилось у нас что-то. То ли у него аллергия, то ли, не знаю, слабенький. Да или я, может, не готова. Поэтому... Можешь поменять? Нет, не надо. Спасибо. А насчет финансирования не переживайте. Там все хорошо. В порядке. Тогда попрощайтесь. Угу. Ты знаешь, люди делятся на два типа. Одни всегда выигрывают, а одни всегда проигрывают. И никто в этом не виноват. А почему? Я не знаю. Ну, ты иди. Иди, иди. Давай.
Yeah.